Копейк бейке ортылған 10-27 ел неже біз Кебрдачоку бізім яқшта кешілер Осман ордейді неже біз күрдік бағамсыз независимый Гагауз Республикасыны біз Осман хем елктік бүтін девлетті совет берлінде ані күрділар біле бағамсыз республикей бізден соғыр үшін башқа кешілер хеп еленінде Гагаузлар чекетлі құрма кенді ішленер олды Осетия олды Абхазия ама бір елден соң хеп бүгінде 19 августын 19-ында Москвада олды пуч да хепсі республикалар олар бағымсыз оның үшін біз чекеттердік 90-ші елда Алималықтан өледі ән біз көстердік ел ән хепсі жолла бағымсыз исламы бұл қарсызым бұл geçti 27 yıl. Bugün lazım konferansiyada bunu anlatma. Ben sanırım hani bir çekme alan konferansiyi hep siyaset olduydu kurultay bizim. Bir ay İtalya'yı ne zaman kurduk? Bizim Gagauz Respublikası'nda. Saygı olasılar bizim bugün konferansiyi açıyor. Başkan Gagauz'i Ирина Федоровна Влах. Помню, как мой отец брал меня с Гагаузская автономия орденом, высшим орденом Гагаузии, знак благодарности, в знак исторической справедливости. Хочу всем сказать огромное спасибо. Хочу... Сегодня запланировано три доклада и несколько выступающих в конце принятия резолюции. Бүгінгі, достар, бүгінгі конференцияда біз лазым қалдырма екі хем бүйік соруш. Илк соруш. Кім сатты бізім автономия 23 илінчіна? Кача саттылар о автономия? Бекенші сатылмақ налоговый инспекция. Ани саттылар. Кім сатты? Кача саттылар? Им наш варжа ятма, ані гері чеверме бізім статусу, абасово право статус. Бізім статус автономия, ані біз казандық 94-де қансыз. Бүйінгі, хепсі жеке мұлайшы, бұл соғыршын долайын алай дерсік, әмде екінші соғырыш. Сіз көресіз, ані, хепсі наши неапыр, бүйінгі кішіне өнержелері, хепсі жіне апыр, бәнші кетірме ейіне жек. Көресіз? Біткенше, наши япты президент Игорь Дадон имзалады бір қара парламент Молдовы. О қарара көре, хепсі бүтін молдован девлет аскерлерінде варынша алсына кенді пайыны дыш кішілері, иностранные легионеры и наемники получают право служить молдавской армии по последнему подписанному президентом страны Игорем Дадоном законом парламента Молдовы. И вокруг этой проблемы мы сегодня также должны говорить. Обращаю ваше внимание всех выступающих, всех докладчиков, что если бы 27 лет назад мы с вами не провозгласили бы Гагаузской республики, независимо Гагаузской республики, то мы уже давно были бы в составе Румынии. Это не является сегодня секретом, поэтому сегодня у нас уникальный шанс что-нибудь родить на этой конференции, какой-нибудь резолюцию родить на этой конференции, для того, чтобы начать дать информацию, дать импульс кишиневским экстремистам, что планируемая вами гражданская война, которую вы планируете, она будет предотвращена опять же руками гагаузов. Мы с вами имеем опыт предотвращения, поглощения нашей страны соседней страной. Этот опыт мы еще не растеряли. Поэтому сегодняшняя конференция, мы должны и об этом сегодня говорить. Гагаузская республика. Избрали президента 1 декабря 1991 года. Избрали, ну, вначале, конечно, Президиум Верховного Совета Гагаузской Республики. Верховный Совет заработал.
президентский заработал, правительство заработало. Было тяжело. Бойкот. На границе задерживали все, что двигалось в сторону Гагаузии. Не пропускали. Бизнесмены тогдашние знают. Товары с Гагаузии облагали двойным налогом и так далее. Трудно, тяжело было. Мы одни были. России не до гагаузов было. А Турция очень поздно проснулась. Но проснувшись, она сказала, давайте автономию. Европа автономию. Гагаузскую республику никто не признает. И поэтому мы пошли на переговоры. Фактически 1993 года. Переговорный процесс. Закон об особом правовом статусе Гагаузской республики мы утвердили на чрезвычайном съезде гагаузского народа. И с этим проектом работали делегации, молдавская сторона согласилась. Правда, поменяли потом Гагаузскую республику на Гагаузию, Гагаузьери. И согласились, работали. 23 июня 1994 года приняли в первом чтении, а через полгода, 23 декабря 1994 приняли во втором чтении. То есть в надежде блокадой, репрессиями, вот я у убитых говорил в основном 92-й, 3-й, 4-й годы, они добьются того, что народ сам сметет. Но увидев, что не сможет он одолеть народ, все испытания пройдет. И тем более мы предупредили президента Снегура. Если во втором чтении не будет принят закон, вы издайте своим указом, образуйте. Или мы снимаем этот вопрос с обсуждения, и Гагаузская республика будет дальше работать. И вот мы фактически заставили их принять этот закон. Это политический договор двух республик, Гагаузской республики и Республики Молдова, которая действует по сей день. А как она действует, может, Степан Михайлович скажет. Я заканчиваю чем? Да здравствует Гагаузская республика! Ура! А ура может быть, это наши предки, может, гагаузы образовали это слово. Когда наступали, они говорили «ур». Ур! Ур! Вот так, когда мы говорим «ура», «ур» и «ура». Çaldılar 1 milyar dolar bankalardan. Böyle bir yerde olmuyor, olmadı. Ha bizden oldu, o da oluyor. Daha başka işler. Ne türlüde küçük büyük gönderici, yani gider olma gönderici, o şey düşünüyor, nereden aşı çalacak? Ya ben düşünüyorum da gelecek vakit olacak mı acaba, acaba aşı çalmayabilir? Da bu Yönderci Partiyası, Demokrat Partiyası, hani Moldova'da var. Onlar görüyorlar. Zile inan insandan bitti. Dilpa Gagavulardan ama Moldova'lardan. Da onlar diyor canavar nice koyun içinde, koyunların içinde düşünüyor. Nice ne yapsın da onu öldürmesine de bırak kalsın yaşama. Dilpa ama yaşama ama ta yönderci olsun. Düşündüler bu seçimleri değiştirme. Yapma şimdi po Mandatlı mazkurgam, ipo partiyemiz spiskam. Zira başka türlü bunlar geçemeyecekler. Bu gagavuzlar için yoktu bir şey laf ilkinden. Can burada çıkarttı gagavuzlar şerdesine yerde oluruz be. Biz de varız burada. O zaman düşündüler. Hadi veririz gagavuzlara da. Puanda mandatlı mazkurgam. İki deputat vermeye de bu zakonu da hani olsun bizim frakciyamız. Daha 100 deputat. Da, sen geldi buraya değil çoktan biliyorsunuz Bekir. Sen geldi prezident. Sen geldi Igor Dodon. Da orada vardı bizim deputatlar da. Biz de oradaydık. Mikhail Vasilyevich'in
Daha başkası da var da biz orada söyledik bir. Господин президент, мы не согласны с вашими. Что за выдумки? Почему по этой квоте два депутата, три депутата по арендатным округам? Почему это? Где это есть такой пример? Нигде нету. Поэтому давайте прекратим вот эти всякие ухищрения. Дайте законом. Пусть парламент Молдовы примет закон об особом правовом статусе, закон о выделении мандатов 5 депутатов. И при том, имея право на вето, с правом вето. Это есть везде в автономиях такие практики. И есть даже автономия Оланды, Оландские острова, где 22-23 тысячи населения. У них вот он есть один депутат. Они избирают этого депутата и делегируют его по финский парламент. Он, один депутат, имеет право, если этот закон подготавливается к принятию в Финляндии, и это касается, ущемляет оландские жителей, он голосует против. Закон не принимается. Вот когда будет у нас 5 депутатов, которых мы будем здесь избирать и будем делегировать в Кишинев в парламент, вот тогда мы с них будем иметь право больше спрашивать, иногда вызывать, иногда и отзывать. Поэтому вопрос остался так. Дадон обещал, что я буду бороться за то, чтобы вам законом дать квоту 5 депутатов. Будем смотреть, будем видеть. Значит, я очень... Не понял? Правом на вето. Конечно, но я уже не повторяю, потому что я уже не сказал и считаю, что так оно должно быть. Это везде, это так решается. Так вот, я давно об этом говорю в своих выступлениях и по телевидению, и по радио, и, может быть, на встречах. У меня есть одно опасение. Я это высказываю вам. Что за опасение? Выборы пройдут аж следующий год. То ли через полгода, а то ли и больше. Ну, у нас память, у нас немножко такая шаткая, мы забываем. Нас начнут за это время уговаривать. Да ну что вы поэты слушаете каждого, кто говорит, давайте вот выберите два, по мандату, а три по спискам. Боюсь, что мы можем, забыть и пойти на эти вещи. У нас на этот раз на выборах в парламент Республики Молдова такой уникальный случай, если мы это пропустим, я не знаю, когда такое получится. Такой случай был при президенте Воронине. Мы тоже говорили, мы не выходим на выборы, если пока не будет квота. Ну что вы, гагаузы, давайте выходите на выборы, ведь сейчас парламента нету. Вот мы создадим парламент, примем закон, и все будет как порядочно для вас. Нет. Потом никакого закона уже не было, а наоборот, Воронин устроил переворот в Гагаузии. Чтобы такого не было, есть парламент сегодня или завтра, нет его, вы, молдавская сторона, идите на выборы, мы не будем мешать, пусть создают избирательные участки здесь и в Гагаузии, как угодно, пусть создают комиссии и так далее, но на выборы мы не выходим. Я вам говорю для того, чтобы вы, не только вы знали об этом, но все ваши родственники, друзья, семья ваша и так далее, и так далее. Мы вплоть до того, что наши дети об этом знали. Вот тогда мы поступим правильно. И тогда очень этого не хотят руководство Молдовы. Очень не хотят. Потому что Европа увидит, как же так. В Молдове прошли выборы, а часть страны не участвовали. Вот автономия есть, там бы не участвовала. Вот. Почему? И вот тогда вынудят. Дайте квоту, это законно. Это требуется по всем международным правилам. Вот этого я хочу. Да, время, я заканчиваю. Поэтому, если мы это сумеем, мы многое сумеем, мы многое сделали. Ну, пример, что тут вам мне подсказывать, вы знаете, 27 лет на земном шаре есть точка Гагаузия. И вот там есть свои,
все государственные структуры. Другое дело, что закон не выполняется. Ну так что ж, не выполняется, пока мы одни. Но наша настойчивость вынудит всю Европу и весь мир заставить Молдову. И последнее. И последнее я хочу вам сказать, что ну, чем дальше, тем более тревожные события. События эти усугубляются тем, что по этой Молдове, все время там в Молдове говорят, что вот 100 лет прошедшего объединения, и мы снова вот это сделаем. Конечно, это будет очень, не знаю, будет она или нет, но могут, Румыния может спровоцировать. Возьмут тысячами студентов, где-то десятки тысяч студентов, которые учатся молдавские в Румынии, и пошлют их сюда, в Молдову, начнут делать по всякие... Совершенно верно. И вот это может вызвать кровопролитие. Так вот я говорю, ну не сейчас мы это не сделаем, но чтобы вы знали, я говорю, чтобы Гагаузия со всеми своими структурами, со всеми своими общественными организациями, Гагауз Халкы, Совет Старейшин, другие учреждения, атаковывать постоянно и Молдову о том, что они не выполняют свои обязанности, и, конечно, руководство и общественные организации должны выходить на Совет Европы, на ОБСЕ, на посольство, заранее предупредить их, чтобы они не моргали, если в случае такое назревать будет, чтобы и Турция, и Россия, чтобы помогли нам, чтобы не повторились 90-е годы. Спасибо вам. Сэр Кутлама, Гагаузия, Хемисек, Эндюк, Йортусундар. Сабуэлэндэн, Еркенин, Анэрман, Эпси, Гагаузия, Бюн, Шеншен, Калты, Зерадуэрла, Анонара, Арэр, Бзим, Дослар, Бютюн, Дюнядан, Чунки, Бзде, Бюре, Бюн, Йортумус. Донар, Сэр Кутлама, Эпси, Гагаузлар. Гагаузия, сіз білесіңіз, насыл Совет Бірлігінде та 80-ші орта yıllarında yollandı değişilme, инженерлі перестройка, değişilme vakitler. Гагаузия'да yollandı kendi düşünme, nasıl ileri doğru gitme, nasıl biz kendimizi koruma, nasıl biz bizim dillerimizi koruma, bizim kültürümüzü, nasıl biz yapma, hani bizi kendi kuvvetlerimizle bizim Гагаузия'yı getirme ileri doğru. Çok düşünler oldu, çok toplantılar oldu. Гагаузия, сіз білесің, зор вақытлар орды, бұрда сөйленді де, уже чоп шлер сөйленді, әне. Инсан кайбетті яшамыны берді бұл ішлер чын. Он чын біз бұнары хич де лазым ұнытма. Дама, асаны ұнытма. Біз оны лазым бізім генчлере кетірме. Да онлар тұтсын ақында. Чүнкі біз ұнударсыдік бұны, бұл бізім историямыз. Біз оны ұнударсыдік. Ұнытыжыз кенді халқымызы да, кайбетіжіз кенді халқымызы да. Бұл бүйік бір іш. Onu lazım hepsi tutsun aklında. Biz lazım bilmeye bir iş verir. Yavaş yavaş Gagauzya bizim bu respublikalar hani kuruldu 27 yıl geri bizim sportsmenler, bizim kültürcü insanlar, kim otürkücüler gezerler her yerde bizim bayrakları getirirler, gösterirler bizim tradisyonlarımızı. Gagauzya'yı bugün bilirler çok iyi. Ben bunu size söylerim doğru. Zira gezerim çok yerlerde dünyada. Pek iyi bilirler Gagauzya'ları. Gelir sıra biz buluşuyoruz çok yerde. Buvalna Dilçok'tan beni teklif ettiler Kazakistan'a. Astana'da toplandı bir bölüntü. Orada hepsi Türk dünyası. Da bitkide oldu bir pres konferansı. Nerede istediler? Sesleme Gagauzlardı. Ben orada Kipuç Bekçoy'u gördüm. Ben orada söz verdim, laf verdim. Ama bitkide açan bitti. Siz bilirsiniz presa. Onlar bizde öyle... Шамотачи инсандар, ондар берерле, эле каверзный вопрослар, эле лазым отвечает на ондара, да, биткида, хем сижи качер Гагауздара, дурун Гагаузия, без веры сизин на лаэтме, илнара интересант пехне улэр Гагаузия, да, ерер, да, сиз билецинес, ил вопросы верер на сурушу, насу олду Гагаузия, да, эле, бу кючук бур халк, али ондар гечердилар кенде референдумну, корпмадалар, не истедилар, bizde buna ilim bir atvet var. Biz söyleyelim sana, biz dedik gitme demokratik yolunda. Dedik insandan anlama, nice biz lazım ileri doğru yaşama. Sandık hani bizim göndericiler, kişiler hep öyle gidecekler. Sonra çıkıyorlar kendi insanla da çekişmeyeceğiz yere, nereye doğru bizler gitme. Rusya tarafına mı, Avrupa tarafına mı, biz sayarsan her tarafa gitme, doğru gitme.
Onlar derle bizde bu işi parlament bulur ucunu. Biz deriz doğru varınca parlament de bulsun ucunu. Ama o parlament hani büyük, o dil o parlament hangisini insan ayırdı. Çünkü biz görüyoruz hani komünistler alacağız. 21 vardı kişi orada. Büyük 7 kaldı. Übürler gitti. Onların programması başkaydı. Onlar gittiler, onlar şimdi insanın ağırından yok ince seçmesinler, yok ince karasavat etsinler. Onun yalan bu. Hani parlament kabul edermiş bunu. Biz deriz, dil doğru siz yapıyorsunuz. Onlar bize birden bularlar bir af. Siz separatist, siz separatist. Biz onlara bunları söyleyemeyiz. Onlar ta yüksek, ta kahve. Biz ta küçük halk, biz düşünüyoruz başka türlü. Ben sanıyorum hani gagavuzlar, bile önce burada çok uca söylendi, lazım yavaş yavaş birlikte gitsinler hep bir. O zaman olacak bizde kahve işler. Şimdi isterim söylemeye ikinci vapros açan verdiler bana Astana'da. Onu her yerde verirler hepsine. Biz bilirim hani hepsi bizim öndericilere verirler. Nasıl sizde oldu kanka Uzya'da böyle? Hani hepsi insan 99% referandumda 99% ayırdılar. Prezident hangisi bakıyor Rus tarafa? Açan da ayırdınız sizin kendi parlamentinizi. Sizin parlament ilk sefer ayırdı halk topluluğunun başını. Hiç değil gagavuz. O sizi tükürdü hepsinizi suratınıza. Hani sizde yok bir de kahve adam. Yoksunuz siz değilsiniz hazır gagavuzlu. Siz değilsiniz vakitle gitmeyersiniz. Açan da bir aydan sonra geldi kendisine. Kendi kimi ayırdılar. Geldi kafasına hani dün doğru yaptı. Ayırdılar başkasını. Ama ayırdılar gene birisini. Biz demersen o hayırsız. Ama ayırdılar o partiden. Hangisi karşı gider bizim insanlara göre. Varınca mı bu şey hiç burada gitsin böyle. Gagavuzya'da sorarlar bize insan. Biz deriz siz anlayın bir iş. Bizim insan onlar inancı insan. Onlar ayırırlar, inanırlar hani doğru gidecek ileri her türlü. Onlar inandılar bizim deputatlara. Ama bizim deputatlar çoğu, оказывается, açan giderdiler parlamentte düşünerdiler kendi çöbün için, kendi biznesin için, kendi ailesin için. Düşünerdiler nereden bir iş kabul edecekler, nereden zarplatasını kaldıracaklar. İnsan için onlar düşünmerdiler de düşünme. Bu zor söyleme insana ama lazım bunu söylemez. Bu öyle laflar gidiyor. Bu deputatlara, ben söylerim hani onlara koydular birer çip kafasına. Da onlar düşünerler başka türlü. Onların elleri otomatik kalkıyor, onlar çip işliyor, onlar işlemiyor hiç. Onun için biz ayırıyoruz, ayırıp ayırıp. Ben söylerim hani böyle, ben istemiyorum şimdi kalma her bir deputatta. Ama burada var öyle deputatlar, hani siz büyük bilirsiniz onlar gittiler başka tarafa doğru. Şimdi, onuştan biz görüyoruz hani, açan geldi sıra yapma, spesiyal lisesiyi, yok çıkmıyorlar, kaçtılar. Nerede? Çıkır, prensidatör bizim parlamenta diye gördünüz mü? Yok bizde kuota. Kuorum yok. Sen ne bilmiyorsun, sen yaparsın kuorum mu? Sen ne görmüyorsun, sende kabinetlerde duruyor, senin prensidatör kabiseler, mangaları, parayı kabul eder insanın parasını. Bilmiyor mu? Bilerler hepsini ama çip işliyor. Yokunca gitsinler. Verdiler komanda. Çıkmayın bir yere. Biz gördük hani bizim kanunları baktılar orada. Hepsini geri doğru. Onlar bulmuşlar konsensus. Kim buldu konsensus? Nerede? Konsensus oldu bir yıl geri. Nerede buldu onu OBSE, Avrupa, buldu parlamentin başı, buldu Narodni Sabrani'nin başı. O geçti bizim halk topluluğundan zide onu kimse yalancık değiştirmeyecek. Yok bulmuşlar konsensus. O konsensus olmuş bir adım ileri. O anda 10 geri değil bir ileri. Orada yok adım ileri, yok nandan olsun da hiçicik. Onu ileri doğru daha düşünerdik. Ne anda bizim avtonomi bulunur? Büyük bizi koydular o kanunla yerine. İkinci uğramda, rayon, so, bitti. Bir de yıldızlık varmış orada, bilmeyen anda o yıldız bulunurdu. Biz onun için böyle halk bayrağı, halk topluşa, öyle de biz gideceğiz ileri doğru. Onlar hepsini yaparlar bu arada. Onun için çok adamaklar da söylediler burada hani bize kuota verecekmişler. Bizi yalandırdılar, vermeyecekler de bir şey. Bir önce söylediler başka iş hani olacakmış. Bizim prezidente komise, de onu komise işleyecekmiş hani konstitüsyel değiştirme onu. Nece diğer kavuzlar yönme işleyeceğim. Yarını vereceğim sinya da sana. Olmuşlar ben söylerim hani buna göre biz lazım doğru düşünmeyince söyledi İstifan Kavuç. Düşünme hani gitme. İleri doğru, fıbarlara,
bu seçimlere hani Respublika'nın bize yok hiç daha faydası da. Biz lazım gitmeme yapın kendinize. Rahatsız bizi saymazsınız. Yapın biz siz o zaman da o zaman bize de yilin olacak. Ben senin bu yol hem doğru hem de lazım bir an içinde toplama siyaset hepsi deputatları size kurabilir. Adam işte onu onlar toplamayacak siz görmezsiniz. Onlar gitti kanikullara, onlar kayıldırsınlar, 3 yılda kanikulla bir yerler. Hani çıkmasınlar insana, onlar insandan korkarlar. Bakın biz lazım kendimiz koyma bu vakıtı da onu geçirme, biz kendimiz toplamayız yapacağız. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Уважаемые друзья, я всех приветствую. Поздравляю вас всех с праздником. Желаю всем добра и здоровья. Я боюсь, что за две минуты не управлюсь, потому что мысль, которая у меня возникла, наблюдая здесь, я попробую ее сформулировать в течение 3-4 минут. Очень здорово, что организаторы организовали данные мероприятия, данную конференцию. Вокруг данной конференции многие знают, что было много разговоров, что, дескать, зачем созывать в один и тот же день, когда в Доме культуры официально собирают праздновать данный праздник. Это расколет общество. Мы не сможем показать всему мировому сообществу, что гагаузы едины. Знаете, я думаю так, высказываю свою точку зрения, что да, в действительности, если мы сейчас будем говорить, что у нас все здорово, что у нас все великолепно, мы будем лицемерить. Нам нужно пора давно уже говорить правду. Да, Гагаузия расколота. Кто в этом сомневается? Гагаузия расколота много лет. Здесь сидят многие уважаемые люди, основатели Гагаузской республики. И после Гагаузской республики, после долгих переговоров, как сказал Михаил Васильевич, гагаузский народ пошел и согласился на автономию. Доверчивый простой народ доверился руководству Молдовы, что они будут исполнять свои обязательства перед этим народом. На практике показалось все по-другому. Но оказалось все по-другому. Но проблема еще и в нас самих. Проблема в том, что наши политические лидеры во все времена играют в игру кишиневских партий. Почему? Я сейчас не буду говорить именно о сегодняшнем дне. Уважаемые друзья, много лет вот эта игра продолжается. То с коммунистами, то с демократами, то с социал-демократами, сегодня с социалистами. Пора всем осознать и понять. Для того, чтобы развивать нашу автономию, мы должны сконцентрироваться все вокруг и внутри автономии. По-другому ничего не будет. Сегодня, конечно, можно использовать те возможности административной стороны республики для того, чтобы здесь давить неугодных, кого-то преследовать, назначать кого-то на должности. Но это идет вразрез интересам всего народа. Я убежден в том, и буду говорить о простых вещах, понятных вещах, что это следствие, вот то, к чему мы сегодня пришли на протяжении многих лет, из-за того, что не выполняются основные постулаты, заложенные в Конституцию. Это то, что игнорируются права, свобода человека, унижается достоинство человека, элементарные вещи, которые привели именно к сегодняшнему дню. Я объясню почему. Потому что когда мы выбираем на должности депутатов, выбираем примаров, выбираем башканов, мы должны выбирать по совести и по чести, что происходит с нашими выборами. Сегодня идут шантаж, сегодня идет подкуп. И, к сожалению, очень много людей сегодня не верят уже в то, что можно что-то изменить. И, извините, голосуют ногами. Это уже идет полная деградация. Почему люди, да, есть, были и будут проходимцы, которые будут стремиться во власть, используя все возможные методы для того, чтобы дурить народ. Но народ не должен позволять это делать. Никто не дал права топтать и посягаться на права, на свободу человека. Это должны понимать каждый из нас. И, безусловно, мы не должны стыдиться. Мы должны говорить всегда правду, раскрывать правду, не бояться того, что у нас расколото общество, потому что по-другому мы ее не соберем. Мы должны всеми силами, всем обществом, не одним человеком, а всем обществом раскрывать преступные схемы. Почему? Потому что у нас власть, вот мы говорим об автономии, в 1994 году, когда был принят закон, после этого сформировались структуры автономии.
исполнительная власть и законодательный орган. Все, что сводится, к чему сводится в основном, так это к некой кормушке, которая означает бюджет Гагаузии. Исполнительная власть на разных уровнях разворовывает и расхищает деньги. Вы обратите внимание, каким образом наши с вами налоги, каким образом тратят, расходуют, насколько расхитительно. Мы молчим. Кто сегодня скажет, что не ворует деньги на местах? Я вам Америку не открываю, я говорю, что именно так и есть. Поэтому нужно раскрывать и раскрывать везде. По-другому мы ситуацию не изменим. По-другому мы не вернем людям веру. И, безусловно, минутку еще, Леонид Федорович, безусловно, нам нужны перемены, перемены к лучшему. Чтобы добиться перемен, я хочу задать вопрос вам, всем сидящим в этом зале. Просто ответьте, пожалуйста, да, нет. Вы хотите хороших перемен? Да или нет? Великолепно. Я не сомневаюсь, что если бы сегодня была бы физическая возможность собрать на большой площади весь народ Гагаузии заявит точно так же, что они хотят перемен. Но для того, чтобы добиться перемен, нам нужно всем быть более активными. Мы не должны уповать на Бога, мы не должны уповать на то, что какой-то инвестор придет и вложит деньги в нашу экономику. Этого не будет. Все в наших силах, но в реальности мы это должны делать сами. Поэтому мы должны скрупулезно работать везде, во всем. И повторюсь, все начинается с выборов. Как мы подходим к выборам, как мы трепетно подходим, а в каждом населенном пункте у нас достаточно патриотов, достаточно порядочных людей. Поэтому, завершая свое выступление, хочу сказать, что обращаясь к вам, сидящим здесь, телекамер, обращаясь ко всему народу Гагаузии, чтобы каждый задал себе вопрос. А что вы готовы сделать для того, чтобы были перемены? Пусть каждый об этом подумает внимательно и сделает для себя вывод. Спасибо. Я должен сказать, что 89-й год по 94-й это годы тяжелых испытаний. В 90-м году провозглашена Гагаузская республика. И вот эти 4 года мы разные мысли, разные идеи были, но в результате мы пришли к выводу, что автономная республика должна быть. Но, к сожалению, дальше почему-то избрали совсем других людей. Это Табунчик, это Фармузал и другие. Это люди, которые не думали о гагаузах. Они думали о своем кармане. Поэтому надо собрать депутатов всех уровней, а я был депутатом всех созывов, и депутатом Гагаузской республики был. Сейчас надо депутатов собрать буквально месяц и принять решение, чтобы наши решения 94-го года были выполнены. Заман хайырлы болсун, баалы мусафирлер, баалы аксакаллар, башка мусафирлер кем келди, депутатлар коллегабыз, кепсиңиз тең бүгүнкү күндөн илкин кутлама бүйүк ортолон церковный ангысы бар бүгүнкү күндө. Санайман дил эле случайность болсун, аны бул бүйүк ортода болду беле бир бүйүк иш. Сизге кепсине аксакалларга, бабалара, аналара, ангылары узман бүйүк зорлан дурду да курду биздин Гагаузия, биздин республика. Сизге бизден кенчилерден бүйүк саол, сизге дуа эдерис, чок саалык, бүйүк өмүр, кысмет, уйгунлук. Аллах берсин да чок жыл жашаясыңыз. Бизге да кенчилерге бересиңиз изин. Doğru yola neredeyse biz yanılasız, doğurdun bizi, biz kayılız. Bugün sizi sesleme, yardım olmadı, barabar düzme Gagaouzi'yi de doğru yaşasın. Sağ olun. Sağ olun. İki de laf istemin katma, burada Dmitri Görgeç, inanemane acı uğrundan çok doğru problemler kaldırdı. Ne oldu? Bitki yarım yıl Gagaouzi'de.
Дмитрий Георгиевич, дүнгечтин томографии, олжы клезун татла көз түржарым орда көрінжік варнынчы болса екінчы. Амас дейін берешісі сарылды сөйлеме. Бізім Гагаузия, Дмитрий Георгиевич доғыр сөйледі, бүтін дүнне бізі ішітті, біле, көре. Біз о қадар бір күчіжік нокта бұл дүннеде аңғысыны ішітті бүтін дүнне. Бүгін бізлем барабар кепсіміз, топланаламыз, байетмеліміз, копармаламыз бізің күчік ватанымызы. Ама сал барабар анашықты гиделіміз илері. Дилен бекләме әне келчік бәрі Кишинев, келчік Брюссель, Москва, Анкара да япачық, чөзәчік бізің проблемалы. Хепсі жік чекі бізден, кендімізден. Вақытында Аристотель өлә сөйлі дейді. Мы имеем то правительство, которое заслуживаем и к тому же сами себе выбираем. Дилем арама қабаты онда янымызда ким бу якмыш оны, бу сөйлемеш бұны нечін вақытында япылмамыш, бу ішлер нечі дору қанымна. Шин вар бүгінгі күн вар бізім историямыз аңғысы кечті. Йоку илерки яшамак бізім историядан. Если біз кенді историямызы біз гагаузла саймас едік, ічбірісі не Молдван, не Европадан, не Албаниядан ічбірі саймачық бізі, да илеретмачық бізі ішімзі. Яшасын гагаузия, яшасын гагаузлар. Сау ұсы. Епсіне естен құтлама бұл үртілін, сау осынлар бүйін бізім кем бұл кем бүйінкі топлады епсіне. Епсіне естен сөйлеме сағалық, ұзын өмір. Қысада, самый қысада, сетін анайдыңыз мұ? Сетін анайдыңыз мұ? Сау болады кісілі. Бенін анымын. Бенін анадым 1990 жылда анатыңызда кетіріңіз. Бір-бірімізді сармашылы. Бізде Гагаузская республика, ура, ура. Бен санадым. Епсіне олады кесілі, я думал, что всем будет хорошо. Чем поешь, молодец. Вот так мы должны дать оценку. Докладчики, ни один из докладчиков, ни Степан Михайлович, Михайлович не дали оценку властям, начиная с 94 года. Почему власти Гагаузии, давайте разделим пополам. Виновна Молдова и виновна власти Гагаузии. Я уверен больше, чем если завтра у нас будет отдельное государство, нищета будет продолжаться. Потому что не умеем управлять Гагаузией. Нам дали это автономию в 1994 году, но мы не смогли. Мы должны дать оценку этим деятелям. 8 лет были советниками Степан Михайлович, Михайлович у Фармузала. Зададим вопрос. Вопрос. За 8 лет кому было хорошо? Без сомнений. Фармузалу. Он сегодня живет в Германии за хорошие деньги. Но остальному народу, простому народу, разве мы думали о том, что люди будут искать кусок хлеба? Разве мы думали, что пустые села будут? Поэтому я предлагаю следующее. Ради этого я вышел на трибуну, потому что все мои предложения за эти 15 лет выбрасывали урну. Экономический проект, господин Добров, ты знаешь, в 2008-м, вот это спасем. Взяли, выкинули все, люди занимались своим интересом, обогащением собственности. Вот такая власть Гагаузии была все 25 лет. Мы это наблюдали. То, что сказал Чемпиэш. Поэтому нужно разобрать, если будет следующая конкуренция, оценку всем, кто разворовал Гагаузии вместе с Республикой Молдова. По резолюции я предлагаю следующее. Это мое мнение, если вы проголосуете. После первого пункта, следующий пункт следующий. Признать проводимую экономическую политику правительством Республики Молдова и руководством Гагаузии за 25 лет деструктивной, которая вынудила массовую депортацию населения из Гагаузии. Следующее. Я верю вам, здесь находясь. Почему я не верю? Их нету здесь. Где исполком? Их нету. Где депутат народа? Их нету. Не будет. Не надо кричать «Ура!» и аплодировать. Они этого не сделают. Они не сделают. Они проведут выборы. Что, Добров не говорил 15 лет назад? Давайте не проведем выборы и будут говорить они сами. Ничего подобного. Едут наши гагаузы едут туда, жмут руку и проводят очередные выборы. Что не было так? И не надо кивать на Кишинев. Сами предали всю автономию, которую мы сделали. Вот эти власти, начиная с 94 года. Время. Мы знали. Так, что я предлагаю? Единственное, во что я верю вам, здесь в этом зале находясь. Вам я верю, а им я не верю. А что для этого нужно делать? Вести институт уполномоченных. Народ, надавить на народное собрание и вести этот институт.
кто они уполномочены? Уполномочены защиту работодателя. Самым уважаемым человеком в Гагаузии должен быть не чиновник, а работодатель. Тот, который открыл мастерскую, 5 человек, это уважаемый человек в Гагаузии. Ему надо жать руку, он скажет, вот наш человек, это государственный. Поэтому, если этот институт нам удастся сделать, это единственное спасение. Не будет этого института. Если вы не будете участвовать в управлении, ничего не будет. Вы сейчас уйдете, по стакану вина выпьем, вы уйдете. И завтра эта система будет продолжаться, которая продолжалась последние 25 лет. Все, еще раз по поводу уполномоченных, это адвокаты, которые мы должны в суде защищать. Суд подкупные, суды и прокуратура не работают в Гагаузии. Они все продались. Поэтому я предлагаю, значит, принять эту резолюцию, этот текст. Все, спасибо. Резолюция конференции, посвященная 27-й годовщине образования Гагаузской Республики. Патриоты-основатели Гагаузской Республики, изучив общественно-политическую ситуацию в Республике Молдова и АТО Гагаузия, рассматривая 23-летний опыт взаимоотношений руководства Молдовы и Гагаузии, а также сознательное ущемление прав и полномочий Гагаузии, закрепленных в законе об особом правовом статусе Гагаузии, подтверждая приверженность Гагаузии к сохранению и укреплению независимости и целостности Республики Молдова как нейтрального демократического и федеративного суверенного государства, основываясь на волеизъявлении народа Гагаузии, выраженного на всенародном референдуме от 2 февраля 2014 года, мы принимаем настоящую резолюцию. Первое. Признать, что Республика Молдова на протяжении 23 лет не только не выполнила свои обязательства и не стала гарантом полной и безусловной реализации исключительных прав и полномочий Гагаузии, закрепленных в законе об особом правовом статусе Гагаузии, но вопреки требованиям и принципам, нормам международного права, Молдова все эти годы проводила политику сужения прав и полномочий автономии, ограничение и ущемление ее компетенций во всех областях и сферах деятельности. Второе. Обратиться к руководству Совета Европы и ОБСЕ, организовать мониторинг соблюдения Республикой Молдова норм закона об особом правовом статусе Гагаузии, а также экспертизу законодательства Республики Молдова в части соответствия закона об особом правовом статусе и рекомендациям Европейской комиссии за демократию через право Венецианской комиссии и европейского опыта существования подобных автономий с особым статусом. Третье. Потребовать от руководства Республики Молдова создать реальные условия для политического представительства автономии в парламенте страны путем предоставления квоты в количестве 5 депутатов, избираемые по одномандатным округам на территории Гагаузии с правом вето по законодательным актам, ущемляющим статус автономии. Четвертое. Заявить, что дальнейшее игнорирование законных прав и полномочий Гагаузии центральными органами власти и управления Республики Молдова может послужить основанием для отказа населения гагаузской автономии от участия в выборах в парламент страны 2018 года. Пятое. Назначить на 24 сентября 2017 года съезд депутатов всех уровней, поручить оргкомитету подготовить и провести съезд депутатов всех уровней. Шестое. Настоящую резолюцию направить руководству Гагаузии, Республики Молдова, Европейскому Союзу, Совету Европы, Российской Федерации, Турецкой Республики, ОБСЕ, Конгресса местных региональных властей Совета Европы, а также всем дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Молдова. Резолюция принята на праздничной конференции, посвященной 27-й годовщине образования независимой Гагаузской Республики. Да. Уважаемые, решение принято, вы знаете, после того, как принято, но тем не менее, два слова хочу сказать. Значит, я голосовал за этот закон об особом правовом статусе. Что там вложено, это было максимум возможное в то время. Но то, что после этого, как его исполняют, это совершенно другое. Нам не дали тогда провести во всех населенных пунктах референдум, независимо от национального состава, Бессарабском, во всех, Волконецком, Чадырунском,
Тараклийском, Камрадском, Кабульском районах провести референдум. Хотят люди войти в Гагаузию, пусть голосуют. Большинство хотят, все, научили. Далее я не буду говорить, одну только вещь приведу. Тут многие кричат одно, другое, третье. Но давайте мы все взвесим без эмоций. Я одну вещь хочу прочитать, раз сегодня конференция. С доклада. Вы знаете, при ком шли к нам волонтеры? Председателем президиума был кто? Снегов. Кто организовал войну в Приднестровье? Снегов. Теперь хочу вам сказать, в 99-м году, к чему вот это то, что сегодня налоговые забрали, другое делается? Это делается к тому, что готовится новая административная реформа, где Гагаузии нет места. То, что сказал в 99-м году, когда была принята уездная система, Снегов. Мы не хотели, это стенограмма отчета это парламентского заседания. Мы не хотели эту гагаузскую административную территориальную единицу. Это ошибка нашей деятельности. Но предыдущий парламент пошел на это, чтобы немного успокоить общественность. Вот и наша сегодня конференция к тому, чтобы мы не проспали. Потому что забрали налоги, а на следующий год будет объединение с Румынией. Мы этого не должны допустить. Вам мечтать о федерализации, ребята. Значит, давайте мы возьмем то, что в наших руках и будем делать, а то, что нам обещали. Нам обещали 5 год, дали 2. Потом сказали, что я вот это, конструкция из 3 пальцев. Мы вот это увидим. Поэтому я призываю вас, давайте мы будем действовать. И пример есть. Когда Тараклийский уезд не хотели, не приняли участие в 99-м году на местных выборах. И потом все же Гагаузский, Багавский уезд состоялся. Поэтому, если мы примем участие, к нам присмотрится. Поэтому поддерживаю все. Спасибо. Ой. Лучший сын Гагаузия. Бистер. Гюдрельману Ирэ. Бизим Чалкан. Мыш. Як это. Трудолюбивым народом. Вперед. И мы этого заслужим. Бакнысын же бізе алдыяла илылдан. Те бізім лидерла бұрдан. Getirin vakınızaysa açan tavuğu ayırarlar. Bakardık televizora, göz gözüne bakarlar da ağladarlar bize. Tavuğun şık öyle silah, o öyle bir şerimet, öyle işi bilir, o rukava detildi, o böyle, o böyle. Ne anda o büyük? Ne anda o güzel çocuk? O adam. Gagavuz'a hiç gelmiyor. O dil buradan dil lazım, orada da bunu bir yer almadılar. Onun için açan biz ayırırız insanları. Doğru söyledi Çınbayar Şirikasınç. Lan düşünme, çok düşünme, dayanma. O çocuğu, Angide çok güzel oynuyor. Ama baksınlar, önce o yaşadı brigatsa. Eline satmasın insanları, gidiyor biriler, sonra da değişir, olur başka adam. Da biz ona bakıyoruz da prost ediyoruz bana. Onun için ben isteğim söyleme, bizim zakonlar olduğu yer bildiğin işlemlerle. Это как лужа смолы. Наступил туда и завяз там. И вот все наши законы, сколько есть, 27 лет мы завязли в этой смоле и не можем оттуда вырваться. Поэтому мы должны настаивать, укреплять статус автономии, укреплять статус автономии. И только так мы пойдем вперед. И чтобы вы знали, для политиков самая большая беда – потерять власть. И мы в следующий раз, когда будем выбирать нам власть, всегда должны думать. Сергей Гагаузла, чок саулас. Калас аджайма. Заманар, заманар. Джувабы, заманар. Гагауз, наленя. Бувакит, еле-ле. Багаши. Yıllarda bir dokuz doksan üç.
Сегодня действительно очень большой праздник. Сегодня день образования Гагаузской Республики. 27 лет назад в этот день наши патриоты, наши халкисты образовали Гагаузскую Республику. Грузия была тогда очень сплоченная, очень патриотичная. Благодаря чему мы получили в Республике Молдова свою автономию, свою государственность. В этот день хотелось бы всех поздравить патриотов, сказать им от всего сердца огромное вам спасибо за нашу родину, за Гагаузию, за то, что она у нас есть, за то, что вы сохранили этнос, культуру, народ, наш родной язык. Поэтому всех с праздником, такой прекрасный день.